Расскажешь нам что-нибудь? Ну что ж, что еще будет в этой игре? Всеми ожидаемое, всеми предсказуемое, всеми хрен узнает. Я про то, что это игра с самыми предсказуемыми сюжетными поворотами. Уже просто кое-что. Игра, стой, которая сделана из сплошных клише, не знаю, уже. Про все это столько фильмов, из них я работал. Что просто... Написано, что вечеринка на горе Олимп. Кот, что ли, какой-то? Хочешь верь, хочешь нет, но это район. И тусовка сегодня вечером. Мы с Хай проверим. Ты как за? Какая в жопу там нахрен тусовка? Что значит мы с Хай проверим? Она тебя предала, ты из-за нее 3 года в тюрьме, блядь, просидел, ёб твою мать, какой... Как ты ее мог простить вообще, блядь, за 3 года жизни? Латинос, что ты делаешь? Ты мог бы бассейны мыть американцам все это время, а вместо этого ты жопы им, наверное, в душе мыл. Ну, потому что такого маленького симпотного латиноса там всяко приглядели. Все, пошли, скоро рванет. Где ты взяла эту штуку? У бумера. Он работал с несколькими гражданами. Где ты взяла этот пульт от гаража? Что за дерьмо вообще? Попробуем проникнуть туда, но не через парадный вход. Если мы хотим проникнуть туда, нужно все делать скрытно. Не пустят в парадный, пройдем в шоколадный, пойдем. Милорка, стрёмный чувак. По уши в наркоте, оружие. В общем, тот, кто не прочь бы проспонсировать охрану Доуза. Я так думаю, у него серьезная охрана, поэтому... Я взяла это. Насчет тревоги не волнуйся, Эми. Сеть отключена. Это просто аварийное освещение. Электричества нет. Поверь мне, бумер знает свою работу. А о какой цифре я сейчас думаю? Просто она сейчас мои мысли просто прочитала. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, понятно. Мы идем. Вообще тут какая-то тусовка, говорили, будет. Тут, видимо, тусовка самых унылых людей. Клубок ботаников. Мы нашли качалку. Кресло, что ли? Или реально тренажерный зал? А, главный герой, походу, не взял свой гвоздодер, потому что ничего... А, нет. Ладно, давай сюда. Какой бы ни был я в стране, гвоздодер всегда при мне, сука. Я просто не знаю, где он его, блядь, носит. Теперь надо придумать, куда поставить жучок. Бумер сказал, полно народу ехало навстречу. Давай поищем конференцию. Блядь, что это за дом? Мне кажется, мы проникли в жилище самого обычного депутата Госдумы Российской Федерации. Сюда. Вот Феррари купленный. На казенные деньги. Не будем, а вот это, видимо, да. Какой-нибудь, я не знаю, Кадиллак, купленный на деньги партии. А, нет, вы что, я, блин, какие казенные? По губам. Вот этот жена подарила, вот этот деньги партии, а вот это казенное, 100% из казны взято. Откатами правильными. О, блядь. Ну, мотоциклы, это дети, наверное, дети у депутата есть, наверное, блядь. Не знаю, какие. Один, возможно, дочь. Потому что на красном, может, просто. Что за марка? Вигеланза 1100. О, нифига себе. У этого тоже Вигеланза 1100. Ну, я говорю, наверное, дети. Потому что, ну, нахрена коллекционеру 2 разных мотоцикла, в смысле, одинаковых. Он не мог цвет выбрать, но типичный депутат-единорос. Не мог выбрать цвет мотоцикла, взял оба. Чё ты встал-то? О, точно. Хотел фонарик включить, вспомнил, что здесь дубина есть. На тебе. Давай, честные выборы. О! Черт. Это моя гражданская позиция. Почему я не могу ее выражать, твою мать? А, мне новых автоматов не подкинули, да? Ну ладно. Тут вообще, по-моему, насрать, из чего стрелять. Из всего боты дохнут очень-очень нехотя. Это здесь как... Проникнуть туда. Ой, блядь, ему... Ой, блядь. Если мы хотим проникнуть, то... Все, снова 5 минут разговоров, и мы продолжаем экскурсию по дому самого обыкновенного чиновника. Блядь, все время. Не привык, что нет фонарика в игре. Или на какую-то волшебную кнопку он включается. Зачем-то у него даже 2 стиральные машины здесь, я не знаю. Сюда. Мне кажется, или здесь слишком тихо? Если стрелять не будем, то да.
Почтовые штуки Рорка? Какая-то картина странная. Не докрасили ее как будто. О. Если бы это был твой дом, где бы ты проводил тайные встречи? Уж если бы это был мой дом, тут пошли был бы... Тут был бы почти что бордель, наверное. Ну чё, как это? Чё с этим делать-то? А, сканировать надо. Чеки банковские, да? О боже! О боже, твою мать! Что-то ушлёпок может жить в таком месте. Что-то ушлёпок может быть жить в таком месте? Депутат единорос, я же говорю. Ага. Нет, чуваки, вы просто посмотрите на этот камин, который висит над ковром. Мне кажется, тёлки, когда оказываются в такой квартире, они начинают течь еще на пороге. Просто реально. Желая от всей души дать владельцу этой хаты, а желательно залететь. И если не остаться здесь навсегда, то хотя бы хапать элементы. Чё? Тубагир? Чё за машина? А, турбогир. Журнальчики какие-то почитываем. О, вот и ключики от Феррари. Давай, давай, может, это... Врум-врум, мазафака, хоть тачку угоним. Бассейн, вокруг которого горят огни. Мать твою, о боже. Да, ради такой жизни стоит воровать. Воровать у пенсионеров, детей, сирот. Ну вот это что-то непонятная картина какая-то. Это, наверное, сын рисует, тот, который на красном мотоцикле. Муфлон, блин. Ой-ой-ой, какая игра, игра света на выпидоренном кафеле просто до блеска. Водопад дома у него, сука, понимаете, у него дома водопад, ёб твою мать. Ой, блин, ох. Стрелять, кладь, наверное, дом этого, Пескова, ёптать, у которого там часы за 30 миллионов, за 35. Видели, да, эту тему, золотой череп, часы с золотым черепом. Представитель президента, ёпта, я тоже хочу президента так представлять ходить часами, ёптать, за 35 миллионов. Видать, он его охрененно представляет, я просто не знаю. Знаете, как этот... Проверим, что там сверху. На каждое заседание, наверное, там, не знаю, большой восьмерки приходит сначала этот представитель президента с такой палкой, с, типа, скипетр так бьет им в пол, говорит: «Государь всея российский император постсоветского пространства... Авторитет от СНГ до Ямайки, Владимир Владимирович Путин. Let's get it to Rambo! Сука. И все это в часах за 35. Видите, видите? Кореянка и то на вид запала. Это что вы думаете, она стоит? Она выделяет, она просто думает, а не подождать ли мне хозяина здесь где-нибудь на кушетке? Эротично прикрывшись простынкой. Да, а это что за дизайнерская люстра в виде ананаса какого-то из пластинок? Просто обосраться, у него в доме водопад. Я надеюсь, что хотя бы член у него отвалился в 13 лет, потому что я не знаю тогда. Видимо, видимо в прошлой жизни он был какой-то знатный папа римский, может, или мученик какой-нибудь, принял мученическую крест. Смерть на кресте, а на каком-нибудь. И в этом, в этой жизни Бог, ну как принято в религии рабов и нищебродов, в этой жизни Бог ему воздает за заслуги из прошлого, видимо, я не знаю. Он молился, постился. Это не отсылка часом к этой фигне про паркур, как там эта игра называется? Mirror's Edge. Картинка-то такая. А это не отсылка к этой религии, как там ее? Буддизм. Даже уходить неохота. Мне охота, знаете, ходить по этому дому и представлять, что он мой. А, таджики что-то щели какие-то в паркете оставили. Смотрите, как на солнце блестят. Вот без руки. Не, ну бассейн с огнем. Ёпты. Память. Бюст. Или что это? Лицо какого-то чернокожего. А, черт. Извиняюсь, звук на телефоне не видела. Подозреваю, это твое первое ограбление. Это что, играет-то звонок, что ли, входной или телефон? Это у него на телефоне такой рингтон? Я бы удивился больше, только если бы бригада заиграла. Или бумер какой-нибудь.
раньше-то у каждого было сейчас. Это уже какой по счету камин у этого жирующего сукиного сына, мать его, а? А, ну это понятно, это иллюзия камина, это не настоящий огонь. Но вот этот красный уголок мне нравится. Здесь на самом деле должна... Могу найти конференц-зал. А ты? Здесь должна висеть плазма, короче, а не камин стоять. И здесь должен сидеть я, короче. Здесь стоит четвертая плойка. Тут какие-нибудь самые такие первые подписчики. Тут какие-нибудь тёлки, короче. И мы должны, короче... Блядь, там машина приехала. Черт, чё, нельзя уже забраться в чужой дом и помечтать? Какого хрена? Ну, а теперь, дамы и господа, сожмите воду в заднице, потому что мы идем смотреть пентхаус. Не знаю, нахрена тут эта кушетка, знаете, это дом как будто для тусовок, реально, что вот здесь вот везде какие-то диваны, кресла, похоже на конференц-зал. Камины. Наверное, у них тут встреча. О, у него плазма квадратная. Хе. А, уж, да уйди нахрен своими сиськами, пройти мешаешь. Установить жучок на кубок FIFA 2015, наверное, не знаю. А, нет! Нет, смотрите, это не футболист, это Самсон золотой, видите, он земной шар такой на себе на горбу тащит. Видимо, это премия, как бы, человеку, золотая премия, вот, весит килограмм 15 из золота. Премия за то, что греб как раб на галерах 8 лет, вот. Ну, я надеюсь, не надо ничего пояснять. Благо, контингент в основном взрослый. О чем речь, все поняли. Так, а сами мы спрячемся за барной стойкой. Ну, бар-то у него, конечно, бедна. Какого хрена он дешевого пива в бар наставил? Бакис, какой Борис? Пиво Борис, смотрите, он пьет. Борис. Охренеть. Ладно, давай, ставим. Баря. Давай просто эту штуку унесем отсюда и проведем остаток жизни. Жучок на месте. Валим. Ой. О. Давай. Пришлось пробовать генератор. О! Мы прижались там, наверное, друг к другу в темноте. В темноте. А, черт. О! А вот, собственно, и. Я просто думал, что в полночь. График изменили. Прошу, проходите. Он господа. Так на Жириновского похож, что я аж охренел вначале. Вот этот чувак в красном костюме. Я думал, Канг... Жириновский же тоже... А, он в желтом ходит. Канг не придет. Да и в красном наверняка ходил. Ей всего 25. Какие там болезни? Канг больше не в деле. Официально. Именно поэтому мы собрались раньше. Я думал, ты должен защищать ее. Господа, я собрал вас для очень-очень важной консультации. Надо посоветоваться, как распиливать деньги от Сочинской Олимпиады. Я в этом не участвую. Господа... Сядьте. Заткнитесь. И дайте ему договорить. Знаете, парни, это не так уж и сложно. В Майами мы примеряли таких ушлепков, как вы. Все дела решали только так, переговорами. Так вот, нам не нужна твоя территория или продукция. У нас есть своя сеть копов, контрактников и пограничников. Если ты платишь нам, у тебя появляется доступ к этой сети. Я работал в Майами. Поэтому люблю видеть, когда наши местные светила начинают думать, как настоящие бизнесмены. Ох, Дона Корлеоне на вас нету. Ну ты вот. Разговариваешь со мной без уважения. А теперь, господа, ожидайте лимузин, забитый лучшими студентками-косметологами Голливуда. Ой-ой-ой, я хочу в бандиты. Возьмите меня в свою банду, пожалуйста. И наслаждайтесь. Студентки-косметологи. Шлю. Хочешь и... поговорить об этом? Руарк какой-то. Что за Руарк? Кто замочил Канга, возможно, мой старый друг. Мне нужно просто поговорить кое с кем. Сегодня позже вечером вернусь. Смею заверить, твои деньги будут храниться в моей... Святая святых. В задница? Хай. Ну и что такого, твою мать, важного мы услышали? Если вылезем в окно, то сможем догнать. Забей на Стоддарда, у меня идея. Что? Дай-ка телефон. Позвоню в настоящую полицию, блядь, и вызову их в этот... Там есть что-нибудь важное? Игрушка про конфетки. Если положим этот телефон в один из портфелей, отследим его.
Хочешь стащить грязные деньги Доуза, пока их не отмыли? Ты только рингтон, ты ее выключи. Звучит, но ты сам а то засмеют и убьют. Что? Мне надо побеседовать с сержантом Стоддардом. Мы не сможем проскользнуть здесь вместе. О, нифига, да? У него какая форточка, как смотрите. Как я мог довериться тебе? Это личное. Ну хоть за жопу личное? Ее лапни, что ли? Ты помогла Доузу и Стоддарду упрятать меня на 3 года. Это не личное? Потому что я люблю тебя, дурачок. Моя мать умерла, пока я был в тюрьме Хай. Боженик. Знаешь что? Заткнись. Очень странно, что меня эти мысли осенили где-то минут на 15 раньше, чем детектива Мендозу, с которым все это, собственно, случилось. Почему он только сейчас об этом подумал? О, добраться до дома у бассейна. Эксперт уровня 9. Вот так вот. Открыто новые гаджеты. Когда мы пришли, не было света. Да хрен его знает. Когда мы пришли, не было света. Настройте кто-нибудь часы на микроволновке. У нас полно кокса. Как суй отсюда, тварь. Что? Видимо, студенточек, косметологичек будут драть без тебя. Судя по твоему лицу, у тебя нокаут. Минут на 40. О, чувак, во что он там режется? Стоп, Эрик. Тебе надо найти Николь. Да ладно, блять, я глазам своим не верю. Здорово, чувак. Во что узлы вставил? Я подсказать хотел, как босса убить, придурок узкоглазый. Сука, демон, тварь. Где джойстик? Они даже разговаривают. Николь, все дела. Это реально, это первый Dead Space. Смотрите, это реально, видимо, кадры из игры, а не просто так. Еще одна отсылка. Видимо, скоро, видимо, я вот базарю, что они уже подумают, намекают как бы на четвертую спа... Они-то как проверяют, есть, будет ли ажиотаж у четвертого Dead Space, когда они его сделают. Стой, где стоишь! Джойстик на пол! Сейчас... Джойстик на пол, Рачила. Сейчас батя будет играть в эту нормальную игру. Ты все равно не знаешь, что такое Николь. А ты нахрен ты ему спойлеришь, ёб твою мать, а? Тебе чё, рот было не закрыть? Я надеюсь, вы сохранились, а на чем играли-то хоть? Это у тебя чё за геймпад такой? Дизайнерский, что ли? Не узнаю этих кнопок. Что за D-N-I-N-O? О, смотрите. Dead Space 1 и Dead Space 3. Dead Space 2 почему-то нету здесь. Чё, второго в магазине не было, что ли? О, под коксом. Не, на таком ящике играть в... Ой, бля. Чуваки-то знают толк в красивой жизни. Помимо там этих студенток всяких. И что теперь? Косметологичек. Что теперь? Теперь нокаут. Да у кого телефон-то звонит? У меня и у этого дурачка, бля. Прикольно. Чё, когда девки-то приедут? Не опускать! Вижу их пачками, твари. Эй, твоя взяла! Конечно, моя взяла. Что моя взяла? Ты чё про мою маму, блядь? Мама моя взяла? Я тебя ща возьму. Ща вы мне друг друга будете драть. Ну-ка в кучу, блядь, легли нахрен. Нюхай жопу негра, блядь. Тварь. Так, что, кто следующий, твою мать? А эти господа сюда подтянутся? Не опускать! Какого хрена? Моржового, на пол! Чё у меня за капли пота стекают по глазам героя, видимо? На пол, сука, нюхать пол, блядь. Лежи, мрамор, благо у вас чисто. Так, все, можно валить отсюда или что? Что надо сделать? Нет, там задача какая-то ниже этажом, смотрите, что-то. А там еще. Там еще. О, блядь. Чёртово управление. О, нифига, у него что, картина? Портрет Хабенского висит? Не знал, что его уважают на Западе. Эй, подними руки, выше! Лаз, ты к полу! Эй, твоя взяла! О, да ты в бронике? Ну-ка, вот. Было прикольно дать ему в морду, чтобы он в следующий раз еще и в шлеме пришел.
Ну что, тут спрыгнуть можно? Да, твою мать, этаж не низкий. Дай хоть по бассейну поплаваю. Ох, кайфуха, ой, кайфуха. О, боже, о, шикарно, ой. Полотенчика тут опять. Журнал Turbo Gear какой-то, бля. Смотри, почитать-то не любители. Такой звук, такой мясистый, прям вот реально, прям вообще как будто вонзил ему топор какой-то в голову. Долго оборачивался. Где выход-то отсюда? Из этого особняка, твою мать. В Санта-Барбару в скромнее доме снимали вот эти. А там сериал про семью миллионера, насколько я помню, нефтяного. Да, даже непонятно, как пройти к ним, чтобы им морды набить. Сука, пни кого не спроси, как пройти к выходу-то здесь. О, боксерский зал. Тут, наверное, боксеры. Опа, нокаут в затылок. Нокаут в сусало. Бокс. Это план Поветкина на следующий бой с Кличко. Только победа, только с дубиной. Бля. Так, что тут? Вот это душевая, да. Я не знаю, даже когда парнуху в душе снимаю, там душевая скромнее. Ёб твою. Да хули тут сканировать? Иди ты в жопу своим сканером. Чувак, какая жопа у твоей жены? Вот такенная. А вот сауна рядом, за стеклянной стеночкой сауна. Ёб твою. О да, чуваки знают. И тут тренажерный зал, непонятно зачем. Две беговых дорожки, два велотренажера, один агрегат для жима лежа. Да тут... подождите, а в душе два крана? Тут живут какие-то пидоры, по-моему. Две груши боксерских. А почему нету тренажера для жима лежа? Потому что один страховать должен. Но есть две полки с гантелями. Стопудово, здесь живут какие-то... Твою мать! Да это же дом Максима Галкина и Сергея Дроботенко. Ха. Не складываются, они же не единороссы, да? Я вначале-то про это кричал. Я что-то не врубаюсь. Как вниз-то отсюда уйти? А вот это куда? Это в гараж. Я слышу, двигло у какой-то тачки заведенное. А вот, наверное, выход. В самую заднюю дверь. Чтоб сполна насладиться домом, во все углы заглянуть. Ёп, у него вот это парник. В смысле, вот это оранжерея. Я охренею, если там где-нибудь конопля среди пальм не растет. У меня бы росла. Вон она. Вон она, с звездными листочками. О, да. Извините, я осмотрюсь. Ёбши, ёб твою мать. О, температура 72 градуса, что ли? О, да, полный фэншуй. Двухэтажная оранжерея, ёптеть. Это мне надо, наверное, лет 300 летсплей делать, чтобы заработать на такой дом. Да какие 300, кого я обманываю? 3000 лет. А, черт, это не то растение. Это какая-то херня. Ну правильно, если они кокаином тут торгуют, зачем им какая-то... Ух ты, какой смачный косяк завернули. О, смачный косяк завернули, видали? Я это знаю. Стоять! Даже не вздумай! Чего? Полегче, к черту все! Ах ты, блядь! А какого хуя? Почему арест-то накрылся? Вот сука.
и музыку выключили. Да пошли вы нахуй. Манал ваш дом, твари. Исцелите его! Я надеюсь, ты хорошо покайфовал в этой жизни, черный. То, что она, судя по всему, была не очень длинной у тебя. О, ёб твою мать, даже тир дома есть. Ёпта. Вот это домище. Вижу его! Я не знаю, может, это дом Билла Гейтса какой-то. В Америке, говорят, дешевые, кстати, дешевле, чем у нас эти всякие шикарные дома в Малибу. А некоторых экспертов по недвижимости послушать, так у них такой дом стоит, как наша хрущевка. И, он ушел сюда. И оплата в месяц такая же. За свет, за воду платят еще меньше даже. Просто, понимаете, в России мало воды и света, поэтому они так дорого стоят. Вижу его! Ты врешь. Ты должен был сказать, я слышу его. Зрительного контакта-то у нас еще не было. Да, у этих чуваков тир, конечно, тут, видимо, не самое популярное заведение, потому что стрелять они вообще не умеют. О, блин. Откуда? Ах, ни хрена себе. Да у нас тут стрелок ворошиловский, ты посмотри. О, блядь, патроны-то кончаются. Придется затариться самым обычным автоматом Калашникова. Открыть сканер. Да хер ли тут сканировать-то, ёптыш. Чего? Коробка патронов какая-то найдена, новая улика. Чё-то какая-то улика-то так себе, ёптать. Коробка патронов. Так, а мне кажется, из каких-то вот этих пушек-то еще не стрелял, да? О, 3 на 4, нифига не, мощничка. Вот такой, нет. Это ж снайперка надо, вот. Приближающий. Скошенная мушка. Фонарик. О, фонарик, нихера себе. На фонарик на снайперке, это, блядь, хуй. Это я скажу вам, это ноу-хау, да. Потому что фонарик на снайперке, он как бы, я не знаю, ну, если другой снайпер увидит снайпера с фонариком, он скажет, да ну нахуй, меня обманывают. Просто такой вот долбоеба не может быть в этом мире, который бы, я не знаю, на снайперку надел. Ох, них. Вот это ночное видение. Увидел мир глазами хищника. Вот это прицел, мазафака. Вот это да. Надо на все стволы такой поставить. Да ёб твою мать, что ж за хуйня-то такая? Кто? Братья, кто? Где? Где ты, мразь? Пошел в жопу. Вот говнюк, блин. Хитро сделанный. Ой, а здесь-то, посмотрите, а здесь-то дискотека. Ой, ой, о! Вот это... Даже диджей свой был здесь. Ну, комнатку можно было и по квадратней подобрать, я не знаю. Наконец-то тишина. Теннисный корт. На тебе, сука. На тебе, блядь. Как на даче Ельцина прям, блядь. Теннис. Теннисисты ссаные. Чё, как вам? А? Вот теперь. Вот теперь охота тут тусить? А? Что скажут тёлки, когда приедут? Они скажут, фу, блядь. Лохи, сука. Ой. Что так, в оранжерейке я был? Там я был. И я бы все это прошел. О, мясо подгорает. Блять, мясо так жалко. Я бы все это по стелсу прошел, если бы арест, блять, получился. Я не знаю, что он баганул. Впервые, когда я стал вязать одного, вторые не стали тупо смотреть, а решили что-то с этой хуйней делать. Не ожидал от них такой догадливости. А это еще что за. А, да ты у нас еще и ценитель искусства, блять. Твою мать, это что, из чугуна? Ценитель, блядь, чугунного литья? А, ну тогда вот это. Блядь, тут... О! Да, я уж думал, тут все, блядь, железное. Ну и ладно. Дай похрен. О! Вот это бахнул. Значит, это можно сломать? Нет. А вот это выглядит хрупким? Нет. Ох ты, флаг Соединенных Штатов... И Евросоюза. Блять, со всем уважением, пацаны. Со всем, сука, к вам уважением. О, да, спасибо за санкции. Да, да, да.
бульдозером вчера яблоки давили, сегодня ваш флаг будем шатать трубой, да? А это что, манекены? Ну и нахрен они нужны. Не понимаю я этих людей искусства, короче. Тащится со всякого говна. А тут что? Я пройду? Спасибо. Я сказал. Спасибо. Хороший вид. Извините, я выйду. О, еще выше. Трехэтажная. Трехэтажный музей у него свой. У меня даже слов нет, пожалуй, просто поплачу минут 20. Но это просто пиздец какой-то. Блять. А в Африке дети голодают. Это последнее, о чем я сейчас подумал. О, да, ёб твою. Вот это дом. Вот это жизнь. А это так, мелочь. У Ксении Собчак больше было, блядь. Еще и в один слой. Нахрен нужен такой тонкий чемодан, я не знаю просто. Это чемодан для денег, реально. Ты даже понятия не имеешь, кто я такой. Потому что если бы имел, то не стал бы обворовывать меня. Вот это экран, твою мать. Может, мне совсем не страшно. Вот это экранище. Ты мексиканец, поэтому я полагаю, ты грабитель. А еще я полагаю, что ты не простой грабитель. Ну конечно, 50 человек только что повязал. В этом районе полно менее охраняемых домов. Но ты решил ограбить мой. Не могу понять, почему. Дизайн понравился, конечно же. Ну тогда продолжим испытание. Я нажал кнопку, и к тебе уже несется... Ракета Тополь-М. С автоматами. Нет? Теперь страшно? Мне так не кажется. О. По крайней мере отсюда. О, я бы на твоем месте нажал кнопку еще раз. Работаете в паре, да? Скажем так. Да, в видеочате. Снимаю шляпу. Правда. Вам, думаю, вам двоим лучше забрать. Вам, дебилам, он сказал. Вы сможете унести и быстро потратить их. Но купить на все эти деньги золото, чертову яхту... Заткнись! О! Просто зашла проверить. Жестокость. Отключи да. тревогу! А, не получается. К тебе идут гости. Такие гости я всех... О! У нас протечка! У нас протечка! Я надеюсь, у него там скаты электрические не плавали. Будь у меня такая хрень, у меня бы плавали. Черт! Ой, босс будет зол на вас, ребята. Ой, не понравится ему. Вот ублюдок. Это ж опять таджиков вести ремонт делать. Блять. Блин. Мое укрытие куда-то испарилось внезапно. Я прикрою. Он сейчас все помогает. Говорят, искусство нерушимо. Достаньте его, ну же! Да, любитель-дилетант стреляет. А этот сел подальше, думал, я его там не запалю, что ли? А это что такое? Вырывай ему кадык! Рыви ему печень! Китана wins! Flawless victory! Motherfucker fatality! Ну, хоть с бумажками не надо будет возиться. Нашла Стодарда? Я и не пыталась. Я знала, что тебе понадобится помощь. Какая вода у них на коже классная все-таки здесь, ёптить. Спасибо, кстати. Пора идти. Ну. Так все-таки, что Доус и Стодард сделали тебе? Аборт, наверное, ёптать, что они сделали. Скажем так. Скажем так, они обосрали мои суши. Кто пользовался своим напарником. Справедливо. Верю, блядь, ну. Просто чтоб ты знал. Дело не в том, чтобы убить Доуза. Мне это не надо. Тогда в чем? Для тебя. Что тебе надо? Субтитры опаздывают. Хочу люто разорить просто. Его. Ведь это то, чем он занимается. Отправить жизнь на паперть?
Стоддарт? А Стоддарда можно просто грохнуть. Я так и знал, что он это скажет. А Стоддарда грохнем нахрен, да все делов. Думаю, еще подстрелишь его. Сегодня Стоддарт придет за нами. Суверенная земля называется следующая глава. Так, стеклянные дома, эпизод 7 пройден. Кстати, дело было на холме Голливуд. Ну да. Такой домишко-то в деревне грязи строить нету смысла. Такой должен стоять в Голливуде. Я не знаю, в чем нашли прикол. Наши обладатели кучи денег, которые вмандили свой замок в сраной деревне, но, видимо, нету чувства размаха, вкуса, стиля. Хрен его знает. Ладно. На этом, собственно, самая завистливая серия батлы закончилась. Что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите. И адьос, амигос.